это, конечно, никуда не годится. Абсолютно сонные, абсолютно вялые реакции, большие крены. Машина так заваливается на бок, прежде чем повернуть. Мотор жужжит, коробка гудит, что-то побрякивает в рулевом управлении, когда вы на месте его крутите. Тянет ли этот автомобиль на свои 650 тысяч рублей? Ну, эта машина, наверное, секунд за 20 до сотни, мне кажется, разгонится. Если переключиться пораньше, автомобиль просто отказывается ехать. Непонятно вообще, как на этом автомобиле, если честно, возить грузы. А вот подвеска у Ларгуса, ребят, ну это просто какая-то фантастика. Этой машине не хватает какого-нибудь хорошего тяговитого дизельного мотора. Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Автоспот, а мы продолжаем разбираться с кроссовыми версиями Лады. У нас уже была на тесте Vesta SV Cross, был X-Ray Cross, ну а сегодня сразу две кроссовые Лады, это Гранта и Ларгус. Понятно, что получается такой не совсем прямой сравнительный тест, потому что все-таки разница в цене у этих автомобилей довольно ощутимая. Но мы все равно решили объединить их в один ролик, чтобы разом охватить вот этот, по сути, уникальный сегмент бюджетных универсалов повышенной проходимости. Ведь что у Гранты Кросс, что у Ларгуса Кросс конкурентов на рынке новых автомобилей, считайте, нет. Плюс ко всему, машины эти довольно свежие. Вот такая Гранта Кросс появилась в прошлом году, и тогда же у Ларгуса был крохотный рестайлинг. Как раз у нас самая свежая версия. Вот сегодня мы с этими автомобилями и будем разбираться. Ну и все-таки попробуем ответить на вопрос, кто же из них лучше и приятнее. Чистокровная тольяттинская Лада или Ларгус, который, по сути, является Логаном первого поколения. Начинаем с Гранта Кросс. Самая доступная версия с 8-клапанным мотором и механикой стоит 585 тысяч рублей. Но начальная комплектация там совсем бедная, без подогрева сидений и аудиосистемы. А у нас Гранта Кросс с 16-клапанным мотором и механикой, она начинается от 625 тысяч рублей. А конкретно вот эта тестовая Гранта Кросс, она в топовой комплектации и стоит уже 652 тысячи. Еще бывает двухпедальная Гранта Кросс. На нее ставится робот АМТ с одним сцеплением. За него нужно доплачивать еще 25 тысяч. У Ларгуса Кросс выбора версии нет вообще. Только 16-клапанный мотор и механика. Есть всего две комплектации. 5 мест за 787 тысяч рублей и 7 мест за 810 тысяч рублей. И, кстати, чтобы вы понимали, как растут цены. Ларгус Кросс вышел на наш рынок в начале 2015 года и тогда стоил всего лишь 553 тысячи рублей. То есть подорожание за эти 5 лет очень и очень серьезное. Хотя уровень локализации здесь стал только выше, потому что теперь на Ларгусы ставят не реношные моторы, а наши вазовские. И если о прошлогоднем рестайлинге Гранты наверняка все знают, то вот это микрообновление Ларгуса наверняка заметили немногие, потому что и изменилось в машине совсем немного. Чуть-чуть поменяли решетку радиатора, теперь здесь две горизонтальные планки вместо одной, и еще отсюда убрали хромированную накладку. Сзади появилась крупная надпись «Лада», а у обычных некроссовых Ларгусов в богатых комплектациях теперь центральные стойки кузова окрашены в черный цвет, как и на вот этой нашей машине. Вот, в общем-то, и все. Ну, еще добавили легкую тонировку задних стекол. Силовые агрегаты у наших сегодняшних машин абсолютно идентичны. Это хорошо известный вазовский 16-клапанник 21127. Старый добрый чугунный блок, объем 1,6 литра, мощность 106 лошадиных сил и ремень в приводе ГРМ. Ну и, наверное, главное, что нужно знать, что после прошлогоднего рестайлинга Гранты на все эти моторы идут без втыковой поршни. То есть, если ремень ГРМ обрывается, то у вас не случается Сталинграда, поршни с клапанами не встречаются. И коробки передач здесь тоже аналогичные, вазовские, даже главная пара одна и та же 3,9. Рецепт создания кроссовых версий и у Гранты, и у Ларгуса один и тот же. Это, конечно же, не окрашенный пластиковый обвес снизу по кузову, более крупные колеса. У Ларгуса стоят шины 205 на 55 R16, а у Гранты 195 на 55 R15. И, конечно же, перенастроенная подвеска. И там стоят свои оригинальные пружины и амортизаторы по сравнению с обычными некроссовыми версиями. Вот эта оригинальная подвеска и более крупные колеса дают увеличенный клиренс. По нашим измерениям, у Гранта Кросс он составляет 20 сантиметров, правда, если не учитывать металлическую защиту моторного отсека. У нее есть такой прилив в районе задней опоры силового агрегата, и вот под ним я намерил только 17,5 сантиметров. А у Ларгуса Кросс защита ровненькая, и под ней получается 20,5 сантиметров. В общем-то, показатели и там очень внушительные. Но, конечно, геометрическая проходимость у Гранта Кросс лучше, потому что колесная база здесь аж на 43 сантиметра короче, чем у Ларгуса Кросс.
Независимый краш-тест именно Гранты Кросс не проводился. Но в издании Авторевью били калину в кузове Универсал. То есть считайте плюс-минус копию вот этой Гранты. И, конечно, безопасность нельзя назвать образцовой, потому что та же Веста, более современная, гораздо безопаснее. Здесь результат, можно сказать, удовлетворительный. А вот о безопасности Ларгуса можно судить разве что по краш-тесту Логана. У Логана безопасность тоже, можно сказать, на троечку. Но нужно учитывать один важный момент. Ларгус Кросс гораздо тяжелее Логана. И еще пара важных замечаний. Ни у Ларгуса Кросса, ни у Гранта Кросс нет системы стабилизации. Причем, если на Логане первого поколения ее и не было, то вот у Гранты в обычных версиях и в дорогих комплектациях эта система есть. Но почему-то на кроссовую версию Гранты АвтоВАЗ ее не ставит. Ну а подушек безопасности и там только две. Посмотрим на багажник Гранты Кросс. 355 литров заявленный объем, ну и, в общем-то, больше про этот отсек рассказать особо нечего, никаких тут крючков, полочек, скромная отделка, такой хлипкий пол, под полом здесь полноразмерная запаска, но только на 14-дюймовом стальном диске. Ну и главное, нужно помнить, что если вы собираетесь использовать Гранту Кросс в каких-то грузовых целях, то просто так сложить спинку заднего дивана не получится, придется вытаскивать из нее все подголовники. А это его величество багажник Ларгуса, распашные двери. У нас пятиместная версия, вот в такой пятиместной конфигурации заявленный объем это 560 литров. Ну, отделочка здесь тоже довольно скромная, зато вот слева здесь есть полочка под мелкие вещи и петельки под сетку. Ну и, конечно, главное преимущество Ларгуса в его грузовых возможностях. Вы можете сложить второй ряд, причем складывается он полегче, чем в Гранте, и тогда здесь получается больше 2 кубометров объема. Но я думаю, перевести холодильник или какой-то другой крупногабаритный груз здесь можно без проблем. Причем, если вам нужно вытащить что-то тяжелое прямо на платформу, то можно сделать вот так, открыть эти распашные двери и подъехать к платформе вплотную. Запаска здесь располагается под днищем, это 15-дюймовое колесо на штампованном диске. И, кстати, если вы думаете, что лучше всего Ларгус продается в виде грузового фургона, то на самом деле нет. Популярнее гораздо пассажирская версия. Например, в прошлом году было продано 41 тысяча Ларгусов. Эта машина входит в топ-7 самых продаваемых автомобилей в стране. Причем 40% спроса приходится именно на вот такую кросс-версию. Это задние места Гранты Кросс. И посмотрите, совсем скромный у меня запас места в коленях. Я касаюсь спинки переднего сиденья, если вот так вот ровно сидеть. Но, правда, есть возможность развалиться. И, в принципе, вот так жить уже можно. Тем более, что по всем остальным направлениям здесь, в принципе, запас нормальный. Но, увы, кроме самого заднего дивана, подголовников и ремней безопасности, здесь больше ничего нет. А это второй ряд Ларгуса. Ну и, наверное, в целом здесь места все-таки побольше, чем в Гранте. Смотрите, у меня попросторнее в коленях. Кстати, спинка переднего кресла так вот странно шатается. Но не сказать, чтобы сидеть здесь сильно удобнее, потому что диванчик такой совсем простенький. Вот эта полка как бы давит на голову. Ну и, конечно, бюджетный сегмент, кроме самого дивана, как и в Гранте, здесь ничего больше нет. Даже кнопки стеклоподъемников, и те тут расположены в не очень удачном месте. Если на Гранте они в традиционной позиции на двери, то вот здесь они находятся на центральном тоннеле. Водительское место Гранты, пластиковый руль, очень высокая посадка, дешевые кнопочки, совсем бюджетный пластик. В общем-то, все здесь до боли знакомо. По-прежнему громко щелкают реле. Но хочется отметить, что несмотря на вот эту всеобщую дешевизну, вокруг сидеть здесь удобно. Хорошее расположение взаимное руля, педали и кресла, да и сами кресла неплохие. Да, быть может, здесь нет такой выраженной боковой поддержки, как на версии Drive Active, так что в поворотах придется покрепче держаться за руль. Но наполнитель у кресла плотный, спина не проваливается, то есть сидеть, в принципе, вполне удобно. Причем отделку сидений вы можете выбирать абсолютно бесплатно. Либо вот такой оранжевый оттенок, либо более спокойный серый. После рестайлинга здесь появились вот такие X-образные вставочки на центральной консоли, новая рукоятка ручника, более приятные ручки открытия дверей. И еще важный момент, теперь здесь подсветка клавиш не зелененькая, как было раньше, а такая приятная белолунная. Мне нравится вот эта рукоятка механики. Да, чехольчик, конечно, неаккуратный, но в принципе держаться за сам рычаг приятно. Понятно, что здесь есть по-прежнему к чему придраться. Я не имею в виду какие-то бюджетные материалы, а какие-то вещи более практичные. Вот, например, здесь странные ограничители. Они довольно слабенькие, есть вот такое промежуточное положение. А вот следующее положение, оно очень широкое. Из-за этого, во-первых, можно ударить какую-то рядом стоящую машину, а во-вторых, тянуться за дверью просто неудобно. У кроссовой версии симпатичные приборы с такой оранжевой подложкой.
нормальный бортовой компьютер, можно посмотреть температуру охлаждающей жидкости. Причем на нашей версии еще есть круиз-контроль, вот такая климатическая система, полноценный подогрев лобового стекла. А вот большого комплекса с тачскрином мультимедийного у Гранты больше нет, только вот такая аудиосистема. Да, простенькая, но вполне понятная, кнопки большие, есть Bluetooth для телефона и музыки, USB-разъем и разъем под SD-карту. Понятно, что все здесь так скромненько, но жить, в принципе, можно. Ну что, не забыли еще первый Логан? Вот он в обличии Ларгуса. Знакомые кругленькие дефлекторы вентиляции, отвесная центральная консоль, бибикалка на левом подрулевом рычажке и вот это хаотичное расположение кнопок. Кнопки передних стеклоподъемников расположены вот здесь на центральной консоли, а кнопок задних стеклоподъемников спереди нет вообще. Вот здесь где-то внизу расположены рукоятки печки, джойстик регулировки зеркал на центральном тоннеле. В общем, все вот так хаотично разбросано по салону. Посадка за рулем здесь похожа на грантовскую, но вот кресло попроще. Да, у него есть регулировка поясничной опоры, но все равно спина проваливается, кресло совсем мягкое и наверняка в дальней дороге будет уставать спина. К тому же обзорности у Ларгуса похуже, чем у Гранты, зеркала поменьше, а стойки потолще. Приборы у Ларгуса хорошо знакомы еще по первому Логану, а вместо мультимедийной системы здесь вот такой скромный однодиновый комплекс, но зато у него есть Bluetooth для телефона и музыки и USB-разъем. Ну и в целом, по-моему, несмотря на то, что руль здесь отделан кожей, этот интерьер как-то ощущается более скромным и более старым по сравнению с Грантой. А вот этот хлипкий подлокотник – это не заводское оборудование, а дилерская опция. Ну и, конечно, выглядит все это так себе. Если вы присматриваете себе Гранту Кросс или Ларгус Кросс, ну или может быть какой-то другой автомобиль, то заходите на сайт автоспот.ру, там как всегда представлены актуальные скидки и спецпредложения на огромное количество новых автомобилей только от официальных дилеров. И помните, что теперь на автоспоте есть возможность посмотреть не только максимально возможный размер скидки, но и различные варианты в зависимости от способа покупки, например, если это только трейд-ин, кредит или покупка за наличные. Ну а если автомобиль у вас уже есть, то автоспот тоже вам пригодится, потому что теперь через автоспот.ру можно записаться на плановое ТО и найти лучшие цены и скидки на обслуживание именно вашего автомобиля. Чтобы это сделать, заходим во вкладку «Сервисы и ТО», нажимаем кнопочку «Узнать цены», выбираем вашу марку, модель и модификацию, и то ТО, которое вы по плану хотите сделать. И после этого вы увидите карту с ценами. Сравниваем, выбираем лучшее предложение и записываемся. Причем на автоспот.ру представлены только предложения от официальных сервисов, так что гарантию вы не потеряете. Пока такое предложение действует только для Москвы и Санкт-Петербурга. Итак, давайте посмотрим, за сколько кроссовая Гранта сможет разогнаться до 100 км в час. Кондиционер выключен, первая передача. Заявлено для этой версии 10,8 секунды до 100 км в час. Мощная пробуксовка, небольшой провал между первой и второй. Одиннадцать и восемь. Да, паспортных данных Гранта Кросс не показала, но оно и понятно, сейчас очень жарко, 30 градусов. Но, несмотря на это, моторчик этот все равно ощущается довольно живым и бодрым. Достаточно бодрой реакции на газ, хорошая тяга во всем диапазоне оборотов, приятно на этой машине нажимать на педаль газа. И к тому же рычаг коробки передач здесь очень неплохо настроен. Мы знаем, что это коробка с тросовым приводом, у которой вполне четкие включения. В общем-то, ну, приятно переключать передачи, приятно ускоряться на Гранте, как бы странно это не звучало. Эх, сюда бы еще какую-нибудь управляемость пободрее, потому что, ну, вот то, что есть сейчас, это, конечно, никуда не годится. Абсолютно сонные, абсолютно вялые реакции, большие крены. Машина так заваливается на бок, прежде чем повернуть. Та же Гранта Драйв Актив, которая была у нас на тесте с более спортивной, с более заниженной подвеской, но она ехала заметно пободрее. И руль там был погуще, насыщен усилием. Здесь, конечно, отклоняешь его от нуля, он ничем не нагружен, плохо чувствуешь машину, такой ватный руль. Да, конечно, стоит его отклонить на какой-то большой угол, на нем появляется нормальное усилие. То есть, в принципе, ты машину-то чувствуешь хорошо на пределе, но вот только доводить до этого предела вообще не хочется. Зато к плавности хода кроссовой Гранты никаких претензий. В принципе, несмотря на вот этот увеличенный клиренс, не потеряла эта подвеска былого очарования. А очарование заключается в том, что вы можете мчать, не разбирая дороги. Неважно, какие у вас неровности, острые,
ямы, стыки, люки, подбросы какие-то. Все это подвеска стерпит, и все она очень приятно, очень сглажена, отрабатывает и с хорошим запасом энергоемкости. И удивительно, что Грант — это довольно тихий автомобиль в том, что касается шума от шин. Понятно, что здесь много других посторонних звуков, и мотор жужжит, коробка гудит, что-то побрякивает в рулевом управлении, когда вы на месте его крутите, какие-то еще традиционные такие чисто вазовские звуки. Но вот в том, что касается шума от шин, здесь все неплохо. Даже педаль тормоза здесь, как ни странно, настроена, ну, вполне нормально. Хотя для Гранта это традиционная проблема, вот именно задемпфированная педаль тормоза, из-за которой ты не можешь нормально регулировать замедление. Но здесь с этим вполне можно жить. Тянет ли этот автомобиль на свои 650 тысяч рублей? Ну, мне кажется, что нет. Да, это такая неприхотливая, надежная рабочая лошадка, но, по-моему, не за эти деньги. Теперь посмотрим, за сколько Largus разгонится до 100 км в час. Первая передача, кондиционер выключен. Заявлено для этой версии аж 14,2 секунды. Ну, такой совсем вяленький разгон получается. На верхах еще хоть как-то двигатель оживает. Но, по-моему, у нас сейчас просто прямой не хватит. 13,9. В общем, динамика у кроссового Largus совсем скромная. Вы представляете, что будет, если загрузить сюда полный багажник? Ну, эта машина, наверное, секунд за 20 до сотни, мне кажется, разгонится. С одной стороны, оно и понятно, Largus Cross на 200 килограммов тяжелее, чем кроссовая Гранта, но все-таки здесь такой же мотор, аналогичная коробка передач, даже главная пара, если смотреть паспортные характеристики, такая же, но ощущение такое, будто здесь главная пара раза в два длиннее, как минимум, потому что, ну, совсем вялая получается динамика. На вторую приходится переключаться попозже, потому что если переключиться пораньше, автомобиль просто отказывается ехать. Причем здесь даже тронуться с места тяжело, постоянно приходится подгазовывать, идет какая-то детонация. Непонятно вообще, как на этом автомобиле, если честно, возить грузы. Правда, в качестве развозного автомобиля, может быть, будет логичнее выбрать восьмиклапанный Largus, потому что тот мотор на низах должен ехать пободрее. Но вот в том, что касается настройки шасси, Logan, он же Largus, по-прежнему лучше, чем Гранта. Точнее и бодрее здесь реакции, нормальные усилия на руле, хотя нужно сказать, что рейка здесь подлиннее, чуть больше 3 оборотов от упора до упора, и руль на парковке здесь заметно тяжелее, потому что здесь стоит гидроусилитель, а у Гранта электрический. Зато эта машина ощущается более собранной, более сбитой, активнее она реагирует на руль, на ней не так страшно заезжать повороты, крены поменьше. В общем, управляемость этого автомобиля мне нравится больше. Здесь тоже есть проблема, в нуле руль пустоват, но реактивное действие на нем нарастает логичнее. А вот подвеска у Ларгуса, ребят, ну это просто какая-то фантастика. Я с удовольствием вспомнил первый Logan, вот ту супер энергоемкую, супер комфортную подвеску. Ощущение такое, словно ты на какой-то пуховой перине едешь по дороге, настолько эта подвеска классно разглаживает все неровности. Шумоизоляция, ну примерно такая же, как в Гранте, хотя мне кажется, что общий уровень шума в Ларгусе все-таки повыше. Думаю, чтобы на твердую четверку выполнять функции универсального такого автомобиля, который можно использовать и в качестве развозного, и в качестве автомобиля на каждый день, этой машине не хватает какого-нибудь хорошего тяговитого дизельного мотора. Вот тогда этот Largus можно грузить по полной, а еще какой-нибудь прицеп за собой зацепить. Но, конечно, Largus уже просится какой-то полноценный рестайлинг. Потому что ведь если взять прародителя Logan MCV, то эта машина в неизменном виде производится аж с 2006 года. То есть, по сути, уже 15 лет. И, конечно, во многих моментах она уже ощущается устаревшей. Но на самом деле поменять-то надо немного. Поставить нормальное сиденье, облагородить салон, добавить каких-то современных опций вроде подогрева руля или нормальной мультимедийной системы. И получится уже вполне актуальный автомобиль. Другое дело, что Largus неплохо покупает и в том виде, в котором он есть сейчас.